Холодная затяжная весна в этом году повлияла на ход посевной кампании. Несмотря на погоду, сельхозтоваропроизводители уже завершают плановые работы. Расстояние не более 500 метров от одного конца до другого. Если больше, то посередине пустили дорогу специально для полива. Чтобы катушку... Да. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов эти дни проводит в полях. Надо проверить, как завершают посев яровых культур, насколько много будет высажено овощей и как приживутся культуры, пока еще редкие гости на нашей земле. Несмотря на сложные погодные условия, аграриям удалось приблизиться к плановым показателям. На сегодняшний день более 140 тысяч гектаров уже посеяно. Это на уровне где-то 78% к плану. Конечно, это меньше, чем в прошлом году. Но холодная погода не позволила рано выйти на сев, и мы вышли позже. Соответственно, у нас идет отставание. Задача к 18-20 мая завершить сев яровых зерновых зерновых культур, я думаю, что мы должны выполнить. В Мариинско-Посадском районе тоже завершают сев. Одно из хозяйств на свои заработанные средства приобрело университет. Специальную технику, способную одновременно как сеять, так культивировать, удобрять и собирать урожай, что намного ускоряет темп выполняемых работ. Александр Гаврилов, Алена Алтухова, Евгений Анисимов. Республика.